Центробанк России отозвал лицензию открытого акционерного общества «Государственная страховая компания «Поддержка». Только в прошлом году компания заключила более 400 договоров сельскохозяйственного страхования. Основная услуга – страхование в области растениеводства. Здесь хозяйства Чувашии были застрахованы на сумму в 167 миллионов рублей. Причем договоры действуют с весны по осень, и в данном случае срок их исполнения истек. 12 договоров действовали в области животноводства. Их общая сумма – 110 миллионов. Несмотря на то, что лицензию компании отозвали, по всем уже заключенным договорам поддержка выполнит свои обязательства. Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров страхования, перестрахования, внесение в заключенные договоры страхования каких-либо изменений, влекущих увеличение ответственности страховщика. Но по всем уже заключенным договорам открытое акционерное общество ГСК «Поддержка» будет продолжать исполнять свои обязательства. Здесь никаких проблем не будет. Кроме этого, хочу отметить, что на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители отсутствие государственной страховой компании «Поддержка» не почувствуют, так как в 2015 году, то есть они были не монополистами. Решение Центробанка России об отзыве лицензии принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства. Компания не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, а также порядка и условий инвестирования собственных средств. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Василий Мухаметов, Республика.